создание стратегии долгосрочного развития государства на основе широкой дискуссии. С такой инициативой глава ДНР Александр Захарченко выступил 1 марта на конференции общественного движения «Донецкая республика». Инициатива была поддержана. За две декады марта в колл-центр общественной организации поступило более 380 предложений по стратегии развития республики. Об этом сообщила руководитель Центрального исполкома общественного движения Наталья Волкова. Предложения по стратегии развития республики выдвигаются на мероприятиях, проходящих в формате круглых столов, сходов граждан, собраний трудовых коллективов практически во всех городах и поселках ДНР, отметила Наталья Волкова. Таким образом, мы можем говорить, что сейчас мы получаем отклик от жителей по всей территории нашей республики. Все предложения, поступившие к нам, систематизируются, классифицируются, обрабатываются и будут рассмотрены на предмет включения в стратегию развития «Сила Донбасса». Мы всегда открыты для предложений, для нас важно мнение каждого жителя нашей республики.